Очень удивил выбор предметов для натюрморта в Ереване. Почему самовар, а не аутентичный армянский кувшин? Я просто погулял по территории отеля, где мы остановились, с двориком, с различными аутентичными вещами, и увидел английский самовар, которого никогда не видел. Он такой удивительной формы. Мне он понравился. Там было два, кстати, самовара разных. И все это сложилось просто в натюрморт. В этот раз так. В следующий раз буду писать армянский кувшин. Не проблема. Чем хорош самовар? Я вообще люблю писать самовар, тем более разные, разные формы. Но в них же все отражается целый мир. Отражаются фрукты, ткани. Это целый многогранный поток различного цвета. Живопись все-таки, как я понимаю, это цвет, положенный на форму. Форма потом.